Дубль, номер, я не знаю какой, я даже с счета сбилась. Я снимаю не первый раз, снимаю улицу. А вот теперь смотрите, звезда висит. Вот наша луна. Наша луна. Я веду от нее так в стороночку. И вот опять улица, чтобы вы видели, да, соизмеримо, что это не монтаж никакой. Просто интересно стало снять, показать. А вот висит такой объект. Их тут два. Один такой на постоянной основе прилетает, а другой вот недавно стал появляться часто. И решила, может быть, мне это все-таки снять. Я их часто достаточно вижу, но обычно я не снимаю, не выкладываю. А тут решила, ну ладно, ну так и быть. Ну, вы понимаете, что я не могу снять на телефонную камеру идеально. Если бы у меня было профессиональное оборудование, я бы сняла это идеальнее. Сейчас попробуем второй поймать. Так, наверное, я уменьшу пока. Второй. Ох, второй пропал. Не видно. Мне его глазами видно, а камера не возьмет. Не хочет показываться. Он мигает обычно разноцветными огнями. Даже сейчас. Но нет, не берет камера. Не буду тратить на это время, значит. И вот наша типа звезда. Типа звезда. Ну же поним... Просто я их достаточно часто вижу, объекты всякие, и с детства, поэтому для меня это обыденное дело. Вот так. Как-то так. Кошки тут ко мне пришли помогать. Да, кошки? В общем, смотрите, кто не видел. Какое на ложку снять. Их много вообще сейчас активировались прям. Она очень похожа на ту, которую снимала. Попробую сейчас увеличить. Ну давай, фокус ловись. Это мигает вообще разноцветными огнями сильнее, чем там. Но оно у меня не увеличивается. Не увеличивается так. Это другой объект. И он движется. Мигает он сильнее. Моя камера хуже его улавливает. Ну, думаю, достаточно, потому что мне хватит шарахаться по улице. Надо ехать домой. Я на велосипеде катаюсь до сих пор, еду от мамы. Вот, уменьшаю, уменьшаю. Вот она, звездёхонька. Малипусечка мигающая. А вот соседние дома. Ну, чтобы понятно было. Улица. Ну, фиг, наверное, что понятно, непонятно, ну ладно. Мне это не смущает. И вон это пиндючка мигает. Пиндючка мигает, другая НЛОшка. Тоже другая НЛОшка. Их много, они будут появляться все больше и больше. Я очень спокойно к этому отношусь, потому что я к этому привыкла. Ну что, спокойной ночи, девочки и мальчики.